В Североморске изучают обстоятельства гибели 14 моряков в Баренцевом море. Доклад о первых результатах расследования аварии на глубоководном научно-исследовательском аппарате выслушает сегодня лично министр обороны. Наш корреспондент Николай Булкин сейчас на прямой связи из Мурманска. Николай, что известно к этой минуте? Данные о погибших в этой трагедии в Баренцевом море остаются прежние. 14 моряков-подводников. Но о них стало известно чуть больше. Экипаж глубоководного аппарата состоял из офицеров. Среди погибших 7 капитанов первого ранга, 2 героя России. Мы сегодня были у КПП на въезде в Североморск, где в Кольском заливе одна из баз Северного флота, откуда аппарат и вывели в Баренцево море. Город и без того закрытый. Сейчас сюда еще сложнее попасть. Здесь сегодня должна работать комиссия во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Аппарат, в котором случился пожар, сейчас на базе ВМФ. То есть его могут осмотреть военные следователи, понять, где именно начался пожар, как это стало возможным. Очевидно, спросят и тех, кто выжил в этой трагедии. Официально не называется конкретный проект глубоководного аппарата. Сообщается, что речь идет о научно-исследовательском аппарате. Но, как правило, есть лодка-носитель, и к ней стыкуется меньшая, по сути, тоже лодка, глубоководный аппарат, который может работать автономно и погружаться может на глубины до нескольких километров. Работы ведутся в интересах Министерства обороны, исследовательские. Но на флоте вот этот тип аппаратов считается достаточно секретным. И вот при проведении замеров в глубинках, сообщается, и вспыхнул пожар. О трагедии министр обороны накануне докладывал президенту. Владимир Путин выразил слова соболезнования семьям погибших и сказал о большой потере для флота и для страны. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Ну вот министр, в свою очередь, пояснил, что по его данным, экипаж действовал самоотверженно. Ведь пожар в итоге потушили, удалось избежать еще больших жертв, потери аппарата. Мы, правда, не знаем, есть ли пострадавшие, возможно, они в госпитале. Официально есть данные только о погибших. И погибли моряки от отравления продуктами горения. Вот что сказал министр. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе «Североморск». Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Евменова. Ну вот гибель каждого человека – это трагедия в Баренцевом море. Еще раз напомню, погибли 14 моряков-подводников. По всей стране несут цветы к памятным знакам, стелам Мурманск, герой, город-герой. И в память о погибших моряках Северного флота сейчас звучат слова соболезнования по всей стране. Пришли жители города-героя Севастополя, которые понимают, что это боль, что это утрата. Это чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья и друзья. Они выполняли свой долг. Город-герой Севастополь и город Мурманск гордятся своими военными. Действительно, вот в Севастополе почтить память погибших пришли горожане, ветераны флота, курсанты подводного факультета Черноморского училища имени Нахимова. Как раз там и выпускают офицеров-подводников, большая часть из которых отправляется служить на Северный флот. Ну а сегодня, возможно, будут новые данные об этой трагедии. Еще раз напомню, здесь, в Североморске, это вот чуть дальше по Кольскому заливу, работает комиссия во главе с министром обороны. Айна. Спасибо, Николай Булкин, с последней информацией о трагедии в Баренцевом море.